Так, друзья, начинаю. Так. Настраиваю аппаратуру. Ага. Снимаю и снаружи, и снутри. Что, где получится лучший голос будет, там и будем слушать. Итак, внимание. Сегодняшний сюжет следующий. Итак, человек берет участок, уже купил саженцы. И после этого только узнал, что я есть на свете. Я это Железов БК и решил со мной посоветоваться. И когда я убедился, что процесс зашел слишком далеко, я понял, что надо человеку помочь. Как я буду помогать, давайте посмотрим. И так начали. Ничего не упускаю. Информация отрывочная, обрывочная, но что есть, то есть. Доброе утро, зовут его Александр. Доброе утро, хочу посадить яблоню в сад, есть однолетняя саженца, купил осенью. Сейчас в подвале с открытой корневой системой, живу в Орле, посоветуйте, как правильно. Ой. Или дайте ссылку на ваши видео, вчера весь вечер смотрел, все не то. Ну, сами знаете, видео у меня 3500, начинайте с любого, много узнаете, но сразу все невозможно. Будем считать, вы не с того видео начали. Вот. Ну и чем вы меня сегодня подкупили? Вы меня тут же, я только рот открыл, вы говорите, хочу учиться, я говорю, у меня есть фильм, у меня есть книга электронная, стоит 500 рублей, через 3 секунды 500 рублей было уже у меня. И тогда я решил помочь ему всерьез. Вот, я уже своих заработал 500 рублей, давайте смотреть дальше. Читаем. До вчерашнего дня мне было все понятно. Хотел сажать в ямки, после просмотра видео засомневался. У меня на участке был лес. Летом я выкорчил, перепахал участок 65 соток. Хочу посадить 230 саженцев. Подскажите, как правильно сделать. Вот. Ну, вначале я среагировал чисто казенно. Написал свой электронный адрес. Железов сансип собака mail.ru. И дальше я пишу: закажите учебные материалы. Ну, то есть я не собирался с ним близко общаться. Пусть читает, это его головная боль. Но тут 500 рублей. Я еще решил, что, которую за книгу я ему выслал электронную, так и решил, что давай-ка я ему это помогу жильем. Вот. Вначале я осторожничал, живьем учить не могу, здоровья не хватает, намекал на книгу. Так, потом что-то я ему еще сказал, ну-ка. Вы уже совершили одну ошибку. Это когда перепахали дерн, самое ценное, что есть в саду, это дерн. Он должен быть неприкосновенный. Ну и все оставшийся лист вы тоже будете совершать ошибки. И все-таки 65 соток это много. Вот. Жалко заранее ваших трудов, денег. Давайте учиться. Ну, процесс пошел. Я не видел, какой был лес, но я не верю, что, не думаю, что это был. Мне так кажется. Мы потом ниже увидим, есть видеоролик. Ну, как развивались события, я пока ничего не вижу. Одно дело столетний лес, который он каким-то чудом выкорчевал, как это делали 1000 лет назад наши предки. Вот. Но раз он успел выкорчевать, перепахать, значит, все-таки он был, надеюсь, ну, допустим, молодой лес, как-то пашу забросили, а там полезли какие-нибудь березоньки, полезли кустарник, тогда еще ладно. Вот. Тут можно было выкорчевать. Я еще не так делал, я учу. Спилили за поддосой земли. Прямо так, и все, и забыли. Вот. Пусть себе там корни перегнивают. Ну, все еще зависит от того, насколько густо. Вот в чем дело. Ладно, идем дальше. Он пишет: я в новых технологиях не сильно силен. Как заказать, не понимаю. А речь шла о том, чтобы он заказал у меня каталог. А в моем каталоге есть информация по книгам и учебным дискам. Вот. Ну ладно, идем дальше. Я начал задавать вопросы. Ответ. Я саженцы купил осенью в Тамбове, и сейчас они у меня в подвале зимуют. Уже веселей. Дальше присылают вот эту фотографию, но я так вначале я не понял. Мне кажется, что тут я кроме яблонь, а он сказал, что у него яблонь, я вижу еще явно черешня, вот она. Вижу что-то похожее на сливу или терн. Вот. И вообще непонятно. Тогда, возможно, я понял, подумал, что это рекламная фотография. Просто рекламная. Вот. А может быть, уже им куплено. А вдруг? Я давай разберу, смотреть, а что ж это такое? Итак, что я вижу? Я вижу довольно приличные корни. У меня был страх, что не дай бог, если это корни, что эти самые клоновые подувы, палки выращенные, пророщенные. Я не исключаю. Может, это и есть палки пророщенные, корни искусственные. Вот потому что, по идее, это если это сеянцы, у них должны быть другие немножко корни, не такие. Все-таки палки пророщенные или нет? Ну, а ему-то откуда знать? Ну, и второе, что я вижу, что дураку понятно, вот. Это прививка почкой. Это обязательно сильно рана вот такая вот. Вот. Дальше я смотрю. Думаю, ну если он такие купил зеленью, а что же он с листьями-то делал? Ведь это же явная осень. Так, учите, информацию пока ноль. Значит, штамба, которая, в общем-то, бросается в глаза. Вот. Обычно здесь не бывает этих самых веток, и не обязательно. Может быть, кто-то и пообломал ветки, листья пообломал. Вот, а может, когда густо растут деревья питомники, они тогда не завязываются вообще здесь. Ну, голенастая получается. Опять непонятно. Вот. Еще меня смутило, знаете что? 2,20 уже. Вот. Нет, метр 20, да, метр 50. И выше смотрим, получается, за 2 метра. Очень мощная, очень рослая. Но тут начинается у меня сомнения брать. Однолетки и двухлетки. И обычно на второй год, вот как здесь я вижу, именно на черешне, предполагаемая черешня. Вот я вижу, вот здесь прошла развилка, значит, наверное, им 2 года. Вот. Может быть, скорее всего, им всем 2 года. Вот эта вот привычка продавать не однолетние, а двухлетние, это болезнь по всей России. Ладно, идем дальше. Кстати, надо проверить, идет ли запись. Запись идет. Вот. Еще раз, если это черешня, тогда что же у нее за корни? Непонятно. Вот. И здесь непонятно. Но корни приличные. Это уже утешает. Идем дальше. Я ему сказал следующее. Где-то вот примерно на этом этапе. Вот на этом этапе я ему сказал следующее. Когда будете, я сейчас скажу, потому что я потом могу просто забыть. Когда будете садить, пожалуйста, оставляйте 1/3, вот просто не задумываясь, раз 1/3 от этих 2 метров. Вот так вот, как косой, и нету. Тогда есть шанс, что остаток, огрызок этот, там, полметра, 70 сантиметров, что он переживется. Вот так, идем дальше, смотрим. Теперь так, смешал песок с опилками, прикопал, уже легче, а то он мне... Поначалу говорит, в погребе, с открытой корневой системой. И вдруг страшная вещь. Он снова пишет, нет, листья оборваны. И тогда я задал ему опять вопрос. Никак не могу от этой фотографии уйти. Да что же это такое, если эти все листья оторвали? А вы знаете, как отрывают, когда много саженцев? Они не отрывают каждый. Они делают вот так, если меня видно, вот так вот. Это называется не отрывание, а шмыгивание. Это самая страшная вещь. Значит, сколько листьев, столько ран. Далее остается почка. Вы посмотрите, она еще до зимы далеко. Они уже выкопаны. Это страшная вещь. Им созреть нужно. Им нужно листьям полностью исчерпать свои возможности. Накормить почку до отвала. Почка в лист опадает, почка еще не готова к зиме, еще накидываем месяц. И тогда только почка вызреет и готова к зиме. Сейчас мы видим саженцы. Это я, когда, да еще оборвали листья, это называю, я уж не знаю как, абортом. Не знаешь, как говорить-то. Вот это вот ошибка страшная, Александр, страшнейшая. Разве можно вот такие покупать? Но это еще не все. Итак, мы имеем сколько листьев оторвано, столько ран. Вот так вот. И невызревшие почки. Но шанс еще есть. Почему? Когда сильнейшая обрезка, у деревьев имеет огромный запас прочности, особенно яблони. Я не знаю, если... Ну, я вижу, что вот это не яблоня, вот это не яблоня. Допустим, это все-таки черешня. Лист, ну, на вишневый не похож. А может быть, он вообще, это чисто рекламный снимок, к нему отношения не имеет. Не знаю я. Ну, продолжаем. Итак, шанс – это сильнейшая обрезка. Идем дальше. И вот он, листья оборваны, мне сразу тут стало нехорошо. И вот теперь мы смотрим, вот оно поле. Итак, я вот смотрю вокруг, видите? Смотрите, тут не так много леса было, видите, вот вокруг нетронутая еще пашня. То есть он, конечно, не какой-то дремучий лес выкорчевал, вот, а относительно. Скорее всего, это заброшенная была башня когда-то. Она начала постепенно зарастать, и он успел ее спасти. Поэтому здесь не так уж много этих корней. Вот. Но страшно другое. Если вот так вот брать, смотрите, сначала. Вот так сначала, да? Вот жалко, не получается у меня крупнее. Вот в этом месте остановлюсь. Вот, видите, там вдали эти самые, кустарник. Скорее всего, здесь был кустарник. И этот кустарник, что мы имеем... Он его выкорчевал так, но при этом можно было бы не перепахивать. Теперь у него вот такая страшная картина, ну уже это, хорошо, когда бывшая покос, бывшая пашня. И теперь вот это вот все, вот этот ужас ему придется брать лущинник, барану хотя бы. И все это проходить так, проходить, пока не выровнять. Вот. Хотя уже земля искоречена. Ну, какой он брал землю? Вот давайте сначала. Какой он брал землю? Ну, которая уже заброшена, запущена. Но, с другой стороны, такая земля еще называется содержание под паром. То есть несколько лет под паром. И здесь, если когда-то было сельхозугодие, земля была испохаблена уже с тем, что из нее брали урожай, органику. Вот. Ну, маленько восстановилось за счет, если несколько лет, ну, видно, что, еще раз, что несколько лет к ней никто не подходил, вот кустарник подрастал. Ладно, ну, тут ничего не поделаешь. В идеале лучше вообще не перепахивать, но когда уже растут такие, куда он мог деться? Ну, когда уже растут вот такие вот кустарники, вот кое-где растет лес настоящий, тут уж ничего не поделаешь. Ладно, исходим из реальности. Надо доводить до ума. Ну, скажем по-другому. Надо культивировать. Идем дальше. Значит, я когда пытался его пожурить, что нельзя было отрывать листья, он пишет, а я и не оторвал. Питомники оторвали, мне прислали. Но это уже вообще никуда не годится. Зачем? Ведь как лучше бы, вот еще раз возвращаюсь, допустим, садить бы осенью. Сильнейшая обрезка, но садить состав с листьями, которые остались в нижней части. Это я даже не буду, это как не обсуждается, это факт, так надо делать. Вот. И даже если мы собираемся помещать погреб, лист должен упасть сам. Вот прикопали в погребе, и лист постепенно будет там жухнуть, все, но как-то будет дозревать, и когда он отвалится, раны не будет. Там, где отваливается лист, там это некое восковой такой состав имеет. Потому что вот этот отвалился лист, и в эту секунду там, оказывается, уже заросло воском. И раны нет. А тут насильно. То есть тут кто вам это устроил, вот это вот Освенцим, да? Освенцим. Они не правы, они сами не знают. Они никакие не специалисты. Идем дальше. Ну, а дальше купить каталог. Я каталогами не торгую. Он думал, что я каталог продавать буду. Вот я ему выслал сразу каталог. Теперь, самое главное, откуда дровишки? Вот. Он, оказывается, вовсе не садовод, а водитель. Вот. Хотел избавиться от корней деревьев, поэтому перепахал. Ну, раз уже заросшая была, ладно, перепахал. Дальше мы смотрим цена яблонь. Так. Цена яблонь 100 рублей. Вы знаете, если бы было 500 рублей, значит, питомник, или 1000, питомник себя уважает, у них настоящие саженцы. Вот. Но скидывая цену до 100 рублей, это, скажем, годом идет. Уже из 20 рублей, я показывал такие сайты. Вот. 100 рублей это, ну, бросовая цена, возможно, бросовый саженец, а может нет. Да просто перестали брать их, надо от них избавиться хотя бы, может, они сами их покупали по 300, по 500. А вынуждены хотя бы часть денег вернуть. И это может быть. То есть цена 100 рублей ни о чем не говорит. Ни о хорошем, ни о плохом. Теперь смотрим дальше. Что же он купил? Мельба, суперсорт. Медуница, прекрасная. Красная, Арань. Жигулевская, суперсорт. Если все это настоящее. Антоновка, прекрасно. Слава победителям. На Украине называется. Слава переможцам. Орловская Лоба. Лоба, прекрасный сорт. Спартан прекрасный. Хани Крипс, не знаю. Вот, саженцы выкопаны, это реклама. Саженцы выкопаны виброскобой. Корневая отличная, цена оптовая. Да, корневая неплохая, я убедился. Цена оптовая, понятно. Было бы, купил он 5 штук, просто не стоили бы по 500. А раз он взял много, а взял он 230 штук, он заплатил 23 тысячи рублей. Ну, недорого, я вообще считаю. Ладно, теперь, значит, давай я его пытать дальше. Вот. Осенью у всех там Тамбове цена была небольшая. Ну, понятно. Осенью вообще спроса нет. Так, пробую позвонить питомник. Это я его настроил. Но, по-моему, названия нет. Черенки Учхоз Комсомолец. Черенки. Значит, видимо, учебное хозяйство Комсомолец. Там берутся черенки. Наверное, там есть настоящий сад. Это плюс. Дальше пишут. Черенки брали там. Они не зарегистрированы. За сорта, говорят, ответим. То есть люди говорят, за базар ответим. Вот. Значит, здесь уже я начинаю меньше подозревать. Меньше. Поначалу казалось 100 рублей. Да, наверное, так это. Ладно. Ну и саженцы с виду неплохие. И корни неплохие. Дальше я могу сходить в подвал, заснять саженцы. Вот. И как заказать ваши книги. Теперь так. Есть мечта, есть силы, возможность, знаний в голове нет. Вроде бы что-то посадить деревья. Пустяк вчера захотел купить капельный полив и нарвался на ваше видео. Немного призадумался, приземлился. Да, капельный полив нужен там, где корни. У вас очень даже приличные корни, я только не могу понять. Все-таки сеянцевые или нет. Может быть, корневые отводки. Корневые отводки, ну, это уже похуже. Почему? Если они дальше вниз расти не будут, значит, они будут постоянно мучиться от жажды. Вот тут нужен капельный полив, чтобы он им капал, капал на мозги, капал, капал на корни. Вот. Но это очень плохо. Вот, очень. Лучше, когда они самостоятельно добывают воду, то есть имеют нормальные корни. А мы поливаем, пусть по-другому. Ну, я, например, поливал бочка за трактором, и все, и едешь, кто-то открывает шланг, полил следующий. Вот так, например. Вот. Ну, 65 соток, это, можно считать, дача. Там есть другие способы полива. Вот. А именно капельный, дорогой, очень даже сложный полив. Ну, отрицать не буду. Жизнь заставит и капельный полив купите, чтобы там не торчать все время. Вот. Теперь так. Дальше читаем. А корни доставать не надо. Ну, короче, он залез в подвал и мне показывает вот это. Смотрите. Внимание, смотрим. Вот это он мне показывает. Вот она. Тут у него песок пополам, по-моему, с опилками. Саженцы очень рослые. А этих листьев нету. Вот, вместо листьев наверняка везде дырки и невызревшие почки. Но с виду выглядят, может быть, все-таки, вот, может быть, все-таки это реклама рекламы. Но, может, если вот этого не было, если они сразу были без листьев, тогда это плюс огромный был бы. А дальше смотрим. Вот. Вот они, двухметровые. Да, скорее всего, двухлетки, похоже на них. Это одно видео, и вот второе видео. Вот это корни. Мощные саженцы, да, наверное, двухлетки. Это яблони. Вот единственное, знаешь, что смущает? Вот если взять раньше, вот этот. Что такое зеленое вот это вот? И чистый вид персика, но не может же быть, чтобы они еще и персиками торговали. И почему зеленые? Чисто внешне на персик похоже. Но это он, когда посмотрит фильм, он, может быть, скажет подробно, ему же разговор-то был буквально летучий. Вот, экспромт. И что дальше получается? Дальше получается так. А, вот еще информация. Этот человек кое-что, у кого что купил, живет в Мичуринске, Тобольская область. Он говорит, у них маленький питомник, 2 гектара. Регистрировать нет необходимости, то есть чистые партизаны. И так он исходный материал, я так понял, взял комсомольцы. Ну, то есть, получается, по двое вырастил у себя. Вот, живет в Мичуринске, значит, в Мичуринске. Комсомольца в этом купил черенки, привил. Ну, а прививка почкой, там не надо много веток. Там почти каждая почка идет в дело. Прививка почкой. Одна почка, один саженец. Приживается хорошо. Вот. Сейчас будем думать, что дальше делать. Как мне купить книгу, где можно прочитать, как правильно сажать саженцы? Книгу я ему уже выслал. Вот она, справа внизу, видите, вот это моя книга. Северный сад. 500 рублей, пожалуйста, целая книга. Бумажная книга закончилась. Теперь дальше. Про книгу понятно. Раз пишет, может, электронную, я бы мог... У меня еще две бумажные книги, но я решил, что надо пойти в первый класс. А первый класс — это вот эта книга. «Северный сад. Сотворение чуда своими руками». Вот, ему надо всегда начинать. И тогда он будет садить уже на холмы. Это раз. Вот, уже когда вот это все будет перекопано. Вот это. Все, или не так. Вот это, когда он все это разровняет, знаете, после этой самой... Ой, какие тут ямища. Ходить невозможно. Вот, после плуга. И вот когда все это разровняет, он возьмет тяпку и... Дальше буду делать вот так. Сейчас я вам покажу, как. У меня есть такая... Сейчас я быстренько покажу. Я же не могу все. Для чего книга? Чтобы самому все, до всего доходить. Но я, по крайней мере, сейчас покажу. Еще несколько минут потрачу. Посадка. Вот это моя посадка. Вот пишет, не скачивается. Ничего, я ему эту же книгу вышлю. У меня сел электронный адрес. Он еще не знает. Вот об этом. А я, знаете, как удобно сейчас общаться. Сейчас я возьму, вот так вот делаю. Александр, привет. Фильм снимаю. Увидел сообщение, что не скачивается. Отправлю чуть позже на электронный адрес. Уже будем общаться с помощью электронной почты. А пока продолжаю показывать фильм. Этот фильм учебный. В первую очередь для вас. Так, теперь... Теперь, сейчас сбился немножко с мысли. Нет, нашел мысль. Вот она. Итак, посадки. Вот, это у меня уникальная коллекция. И такой коллекции фотографий нет больше на всей планете. Это готовые книги, готовые учебные программы, вплоть до академии. Их тоже надо учить. Вот она, смотрите. Вот здесь было чистое поле, сейчас покажу. Вот здесь было чистое поле. Когда ты делаешь. Вот оно. Значит, почему? Годом раньше здесь была картошка. Поняли? Видите, как удобно. Вот. И потом, когда вы там разровняете все, там барана или ущельник, все это разобьете, более-менее разровняете, а дальше вот такие будете делать. Внимание, видите? Вот такие будете делать. Вот такой будете делать. Перегной потом. Вот, можно вообще, если там нормальная земля, важно получился пар, настоящий это. Вот. Ну, то есть у вас земля под паром была несколько лет явно. И получилось так, что хотите, найдете старый перегной, тогда вот так. И, наконец, в центре посадите вашу саженцу. Все 230 посажите, садите где-то примерно. У вас и такое впечатление, что они какие-то полукарлики, хоть и выглядят рослыми. Ну, давайте так, 6 на 4. Как раз займете свои эти 65 соток. Вот. Если бы было, еще на всякий случай покажу. Видите, если бы был бы дерн, то я сразу накинулся на вас, что дерн ни в коем случае нельзя. Идеальный случай вот такой. Не тронутый дерн сверху ком земли, а в этом коме уже садится саженец. Но это идеальный случай. Возвращаемся обратно. Так. Вот. И, наверное, уже почти все я рассказал. Вот. Надо бы добавить еще что. А, нет, не все сказал. Знаете, у меня это случилось, и у вас, надеюсь, такое случится. Сейчас, смотрите сюда. Вот возвращаюсь, где этот. Вот он, бывший поле картофельное, да, и мы работаем на нем. Знаете, что мы потом сделали, Сергей? Мы умудрились, здесь как раз, здесь примерно 5 на 4, да. И здесь он умудрился еще здесь в междурядьях посадить саженцы для продажи. То есть это на постоянные места, это я садил, засадил все. А он здесь еще и питомник. Ну, земли мало, вынуждены были. Лучше бы все это заросло дерном, но на первые несколько лет это не получилось. Питомник был. И тогда получается следующее. Второй этап ваш. А вдруг ни черта не получится с этих 230 саженцев? Может быть такое? Все может быть. Мне не понравилось, что совершенно не вызрели эти почки, если они действительно... Как вы это сказали, я вас заинтересовал, что они пообрывали. А эти отшмыгивали. Это вообще страшная вещь. Далее. Кстати, листья можно отстригать, оставляя черешки. Вот так вот, оставляя черешки. Далее, что я хотел сказать. Параллельно можете заказать у меня семена этих же яблонь сибирок и в междурядьях садить. Лишние будут, продадите. Если бы видели, что здесь творилось через несколько лет, посадки, вот это было бы дело, вот это фотография 2015 года. Если проходу не было, здесь все было и сейчас. Почему? Потому что так же продолжается и питомник, и маточный сад, и тут же черенки, и тут же уже плоды берутся на семена, и тут же выращиваются, и тут же прививаются. И очень интенсивный сад, вот этот кусочек. Но я вам много раз показывал. Итак, мой совет. Не только посадить то, что купили. Деньги выброшены. Часть из них, ну, с виду они очень даже неплохо выглядят. Если бы мне такое вот это настроение испортило, то что листья якобы хозяева оборвали, прежде чем продать. Это смертельно, это опасно. Вот так бы с листьями погреба и ушли бы. Вот, ладно. Ну и, наконец... Между этих садите уже железовские. Вот. Яблони, груши, пожалуйста. Ну и там какие-то детали осталось уточнить. Что все-таки кроме яблонь нам подсудили? Что за зеленые эти саженцы? Вот. И не забыть. Только оставлять 1/3. Но мы это уже проходили. Все, я отключаюсь. Благодарю за внимание. Сейчас посмотрим, где лучше звук. Или то, что я снаружи снимаю камерой. Или сам компьютер снимает. Так, все, благодарю за внимание. Кстати, это Железов Сергей, кто не знает. Мой сын. Все. Отключаюсь.